Друзья, ну вот, вот он наш мост, который прослужил 13, а кто-то говорит 14 лет, уже и не помним. Служил хорошо, много по нему было перевезено тяжестей, но всему приходит время, и пришло время его ремонтировать. Разные были мнения о том, что либо совсем его убрать, либо пробовать восстановить. Остановились вот на таком решении. После того, как вскрыли уже сгнивший щит, мы увидели, что балки в хорошем состоянии. Несколько крайних балок тронуло гниль. Здесь провели профилактику, вырубили эти места, полностью покрыли антисептиком и решили его усилить. Поэтому увеличили сечение балок на 18 сантиметров. Вы видите, очень качественно все провязано. Это для того, чтобы меньше был провис, а значит, прочность балки, там перераспределяется нагрузка, работает он по-другому. Мост станет крепче, он будет безопасней, на нем будет более комфортно по нему проходить. Мы здесь сделали дополнительную, установили балку. Это, вы видите, два ствола, они связаны через определенные так называемые тормоза, врезается брус для того, чтобы не было осевых смещений, и затем это скрепится также проволокой. Было 6 направляющих балок, теперь будет 7. Затем, вот это сейчас операция основная, это силовая конструкция, где мы уберем пыль, грязь, то, что от нас осталось, еще раз обработаем, и дальше будет уже настилаться лиственничный настил и закрываться это доской. Радует то, что здесь есть возможность на мосту поработать ребятам разных возрастов. Практически дедушкам, но полным сил и энергии, и молодым ребятам, которые только встают на жизненный путь. Вот это возможность передать свои знания и, опять же, получить именно в работе. Это здорово. Ты один из первых, наверное, выходил из этой юношеской школы, да? И вот скажи, как у тебя сложилась дальше жизнь после этого? Ну, как бы со школы получилось так, что я как бы и не ушел, я в этой школе остался помощник, помогать ребятам. В это все 10 лет я находился в школе со дня ее основания. Вот сейчас я служитель в обители Рассвета. Задачи у нас, что в школе как бы предлагается, мы помогаем кому-то в городе, у себя что-то строим, ну, поддерживаем чистоту на литургийной дороге, заготавливаем себе дрова, воду, это вот задачи, ну, как бы наши. Вот. А твоя задача какая сейчас, ты что-то собираешься делать? В ближайшем будущем я планирую начать строительство своего дома, вот, ну, как-то обзаводиться уже бытом. То есть какой-то такой период жизни у меня кончился, когда мы такое. Ну, очень было здорово со дня основания, то есть до сих пор наблюдать, как вот жизнь школы протекает. Это очень здорово. Андрюш, ну скажи, вот после этой реконструкции, как ты думаешь, сколько, какова грузоподъемность и надежность будет моста?
Сложно сказать, насколько каждое бревно изменило структуру свою, но в принципе мост рассчитывался где-то 60-65 тонн, расчет на его прочность. Я думаю, что мы к этому же расчетам и подойдем после реконструкции.